Мама мне приготовила подарочек. Я вообще не знаю, что это такое. Скорее бы узнать. Всем привет! Итак, Диана у нас сейчас закрывает глазки и не подглядывает. Не подглядывает Диана. Ладно. Так меня зовут она. Как тогда открывать? Можешь открывать. Это кукольный домик. Вау! Надо поскорее открыть его. Две девочки. Вот такой у нас наборчик. Ну, на коробке показано будет, что будет девочка и мальчик, а тут две девочки. Так, это... О, смотрите, домик у нас как сумочка. Домик с сумкой. Вот такой у нас. Ты его спереди сначала покажи. У нас наборчик странный. Есть кроватка для маленького ребеночка, а самого ребеночка нет. Ну, ничего страшного. Да, ничего. О, вот Тедди лезет, будет лезать там. Домик прямо как сумочка. Открывать можно и закрывать. Вот. Заметили, что здесь вот такое окошко, и там будто во дворе песик играет. Заметили, да? Так, я начинаю расставлять. Куда бы мне ползать кроватку? Это две сестренки. Привет, сестра Элис. Привет, Зоя. Давай зайдем в наш домик. Хватит гулять. Ну, давай. Я умылась. Иду за стол. Ой. О, а там у нас на завтрак сегодня тост. Какой вкусный. Задвину. Посмотрим телек. Ну, давай. А диван у нас где? Хочу. Я включу светленка. Я переключаю каналы. Посмотрим мультики. Ладно, давай Лунчика. Ну, давай. Я люблю Лунчика. Я тоже. Ой, я упала. Лёза, будем смотреть. Мультик закончился. Ой, смотри, сестра, идёт снег. О, правда было. Пора ложиться спать. Доброй ночи, Белла. Доброй ночи, Зоя. Ну все.
все поиграли, и теперь у нас домик чемоданчик, он закрыт, чтобы никакие детальки не потерялись. Она странная голубая. И она странная розовая. Вот мы посмотрели наш домик замечательный. Красивый такой, возле него цветочки растут. Помните, в прошлом выпуске мы вам обещали показать, как работает бабочка. Сейчас показываем. Вот у нас та бабочка, которую мы показывали вам в прошлом выпуске. Мы посмотрим, как она летает. Ой! Смотрите. Но это гоночная бабочка. Она куда-то сильно спешит. Рука дрожит. Она так быстро машет крыльями. Может, она куда-то сильно спешит? Наверное, к своей подруге. Не хочет опоздать на ее день рождения. Поэтому так спешит. Попробую зайти ко в доме. Мои подружки! Я записала! А, я туда не влазу! Я танцую ча-ча-ча! Я танцую тру-ля-ля! Не пора бы мне сесть на цветок? Блог подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Пока-пока!